Всем привет! В четверг сделал первую прививку от коронавируса. Спутник V или Спутник 5, как это называется. Сегодня суббота. Ушло 2 дня. Запретили всякие физические нагрузки. Поэтому просто вышел в лес погулять. Настроение, состояние, вообще самочувствие хорошее. Плюс, единственное, день прививки был небольшой озноб, и температура повысилась. А так, самочувствие, ничего не болит, суставы не ломят, как многие говорят. И на следующий день у меня была температура 36,5. Такая природа у нас здесь. Лес. Проверил фотоловушки. На одной почему-то не сработало, хотя все, что вот эти я... косточки положил, все съели, хлеб. На второй что-то попалось, я перекинул себе телефон. Посмотрим, там точно лисица есть. И видно, что ветер мешает. Ветер гнет деревья, срабатывает фотоловушка. И ничего, короче, занимает память. Кстати, народу делают прививки очень много. Я пришел на полчаса раньше, врач попросил, почему-то позвонил прийти раньше. У меня номерок был на 18.6. Прививку я пошел делать только в 19.37. То есть целый час я ждать должен был. Причем у меня номерок был предпоследний. Вот так что я думаю, что скоро вообще будет не пробиться.